не так давно я стала помогать этому приюту для кошек, и с неба свалился один спонсор и предложил свою помощь. Дал энную сумму денег и сказал: иди помогай кошкам. Я такая согласилась, типа, ну давай. Очень сильно ему благодарна, что есть такие люди добрые, как я. Я не одна такая, я знаю. Так вот, сегодня я решила сходить к ним в гости и посмотреть, как у них там дела. И решить насущные вопросы насчет операции или какой корм закупить и так далее. Маленько вкусняшки я купила, предварительно обсудив это с хозяйкой. И вот сейчас пойду порадую. Ну-ка, тихо, киса, хвостом заявила. А когда операцию собираются делать? В августе. В августе. А что с ним произошло, что у него сглазил? Это осложнение после нелеченной, перенесенной на улице герпес, вирусной инфекции. Такое на самом деле часто встречается. Если они заболевают на улице герпес вирусом и их не лечить, то просто повреждается глазное яблоко и атрофируется. Достать, вот это все сразу прекращается. Она обмякает и становится управляемой. Ты чего ругаешься? Ну, ладно, все хорошо. Ты чего? Малыш. Кто такой? Малыш. Кисик. Кисик. Привет. Мяу. Мяу. Ой, как разговаривает. Мяу. Мяу. Кто у нас такая скромняшка с зелеными глазами? Ты чего? Что, испугался, что ли? Ну, привет. Привет. Ага. Приветик. Ой, а кто у нас тут разговорчивый? Привет. Эти батюшки. Лапку. Лапку даешь? Давай лапку. Нет? Давай лапку. Вот она какая. Кто тут такой у нас? Мяу? Мяу? Привет. Привет. Давай лапку. Давай лапку. Ну, давай лапку. Оп-оп-оп. Жаль, что тот котенок умер. Печально. Да, это ужасно, потому что... Я думала, успею хоть сидел накормить. У меня и им кормят. Прям на руках? Нет, я уходил. Блин, так грустненько, что не успела помочь маленькому котенку, который болел. И девочка вот сказала, что он недавно умер. Так жалко. Я же чуть не расплакалась там. Ладно, поможем другим котикам. Ребята, я сейчас чуть не разрыдалась, реально. Я не так давно помогаю приюту для кошек. И сейчас была доставка машинки стиральной, когда мне прислали. Когда? Так рада. Все разругалось. Это слезы радости. Короче, собралась. Я сейчас отчасти просто плачу, что машинку поставили, она работает, такая красивая. Я чуть-чуть, конечно, приболела, не могла присутствовать на месте.
Ну ничего, нужные люди помогли мне. Спасибо. Также я хочу под видео оставить контакты этого приюта, группа. Там все необходимое. Они часто выкладывают, в чем нуждаются, корм, не знаю, ЖКХ заплатить, какие-то лекарства купить. Так что подписывайтесь, помогайте животным.